Два этажа, 6000 квадратных метров, современные залы и большие перспективы. «Орион» отныне заработал в полную силу. Уникальный не только для Заволжского района, но и для всего города. ФОК «Орион» открылся 15 сентября 2016 года. Уникальность этой площадки в том, что под одной крышей объединены сразу несколько видов спорта. Это и плавание, имеются два бассейна, малый и большой, а также аэробика, художественная гимнастика, тренажерный зал, йога. И в этом огромном спортивном зале можно проводить соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу, а также прочим видам спорта. Первые несколько турниров, которые уже прошли в «Орионе», собрали сотни спортсменов со всей области. Открытое первенство города по художественной гимнастике и вовсе провели с использованием уникальной технологии разделения пространства на спортивной площадке. Автоматические шторки позволяют оградить разминочную зону от соревновательной. Вся инфраструктура в «Орионе» продумана до мелочей. Такой подход по достоинству оценили главные лица комплекса – спортсмены. Участники, которые сюда приезжали, даже из других городов, дают достаточно высокую оценку. Как, скажем так, общим параметрам, всем удобствам, которые здесь сегодня есть. Ну и также в части того, что климат общий, то есть температура воздуха, влажность, вентиляция – это тоже, конечно, немаловажный аспект вот именно во время соревнований. Основная гордость «Ориона» – два бассейна. Большой, 25-метровый, для занятий взрослых спортсменов. И маленький, на 45 кубометров, для тех, кто еще только учится плавать. За чистотой чаш следят не только люди, но и роботы. Современные подводные пылесосы за час способны полностью очистить малую плавательную арену. Обеспечивает бесперебойную работу бассейнов современная станция водоподготовки. Процесс подачи воды поделен на несколько этапов. Сначала очистка песком, хлором и ультрафиолетом. После подогрев до необходимых 30 градусов для большого и 32 для малого бассейна. Далее, значит, подогретая вода поступает на ультрафиолетовый стерилизатор, в котором происходит, значит, обеззараживание воды, убивание микробов всех необходимых. Вот. И дальше уже более подготовленная вода подходит, значит, станции дозирования реагентов химических, в которых происходит дозировка, значит, уровня pH и хлора в соответствии с нормативными требованиями. 10 раздевалок, душевых, массажные кабинеты, залы для занятий восточными единоборствами. Это далеко не полный список спортивных площадок «Ориона». ФОК доступен и людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них установлены пандусы, специальный подъемник и индивидуальные раздевалки. Сегодня «Орион» – один из самых востребованных спорткомплексов Заволжья. На его площадках ежедневно занимаются более 1000 человек. Наши земляки по праву достойны совершать свои первые шаги в большой спорт в комфортных условиях. На стенах ФОКи «Орион» красуются фотографии российских олимпийских чемпионов, которые уже прославили свою страну на мировом уровне. Вот, пожалуйста, синхронное плавание, где наши спортсменки завоевали первое место. Или же художественная гимнастика, где наши девушки также являются лидерами. В скором времени, возможно, и лица ульяновских спортсменок появятся в «ФОКи «Орион». Артем Петров, Олег Тоньшин, репортер 73.